В этом году в 60 многоквартирных домах по всей Карелии проведут комплексный капремонт. В 36 из них заменят лифты, 7 домов переведут на природный газ. Текущую программу капитального ремонта обсудили в правительстве республики. Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Рассыпнов напомнил, что Карелия – один из немногих регионов, который применяет принцип комплексного капитального ремонта. Это означает, что когда начинаются работы, делаются не только какой-либо один элемент, например, кровля, либо фасад, либо сети, делаются сразу все элементы, чтобы обеспечить и качество работ, и, соответственно, комплексный подход позволяет улучшить состояние дома в целом. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что на сегодняшний день в Карелии 4871 многоквартирный дом подлежит капитальному ремонту, а еще больше 2000 домов в ходе ревизии были признаны непригодными для ремонта. Прежде чем дом ставить на капитальный ремонт, мы его еще раз обследуем. Чтобы у нас не получалось разбазаривание, собственно, денег капитального фонда, когда мы с вами ремонтировали бы дом, который, по сути, уже не подлежит капитальному ремонту, а подлежит статусу аварийного и расселению и сносу. Отметим также, что больше половины домов находятся на счете рекоператора, то есть обслуживаются фондом капремонта, а почти 1900 на спецсчетах, то есть собственники сами собирают средства и несут ответственность за их содержание.